Добрый вечер всем участникам нашего очередного зума ЗОЖ-вечеринки. Мы продолжаем. У нас теперь по традиции, по вторникам мы проводим такие встречи, где делимся результатами. И так как все ближе и ближе Новый год, уже буквально 10 дней осталось до этого такого очень крутого праздника. И сегодня мы будем говорить о продукте, с которым мы получаем результат. Это фан-детокс. Ну вот вы скажете, так что, нужно попить фан-детокс, и все будет хорошо в жизни? Да, будет хорошо, но, дорогие мои друзья, помните, мы никого не лечим. Наше главное кредо – это концепция здоровья. Это технология здоровья, по которой мы все идем. И если вы будете пить только фан-детокс, вам придется долго ждать результата. А вот когда вы будете делать все в комплексе и постепенно включать в свою жизнь фан-детокс, длительный период, вам понравится ваш результат. Так что же такое фан-детокс? В составе там простые продукты. Хурма, экстракт хурмы, ягоды годжи, кожура мандарина, ростки сои, семена гречихи. Вот скажите вы, как это может работать так, чтобы печень восстановилась полностью? Для меня, как для провизора, кстати, не сказала. Я харьковчанка Людмила Калиниченко. Приветствую вас всех, потому что вижу родные лица и думаю, ну я же с каждый раз с вами общаюсь. Привет всем-всем. Итак, как может такой продукт, как фан-детокс, подействовать так, чтобы печень была идеальной, чтобы здоровье радовало очень? Когда я познакомилась с трудами человека, который его создал, фан-детокс, это корейский ученый, профессор Сон Бок. Я удивилась, как он получал подтверждение того, что этот продукт работает. Наверное, многие из бывалых наших знают, что доктор Санбок проверял это все на себе. Что он делал? Он пил в течение всего года, каждый день по две бутылки корейской водки. Это не как наша, не 41 градус, 28, но две бутылки каждый день. И каждый вечер выпивал стик фан-детокса. И что вы думаете? За этот год его печень не только не была убита, она была полностью восстановлена. Когда сделали исследование, она как у младенца. Ну а как иначе подтвердить, что это работает? И знаете, когда я узнала, я сказала, что я провизор, и когда я узнала, что уже есть клинические испытания на фан-детокс, и что он работает даже с жировым гепатозом, для меня это был вообще космос космический. Вот такой этот продукт, который состоит, казалось бы, из простых ингредиентов, вот так он работает. А так как наша ЗОЖ-вечеринка – это не лекция умная, это наши результаты, поэтому мы будем ими делиться. И, знаете, многие мне задают вопрос, ну, если фан-детокс такой, который разрешает восстанавливать печень после алкоголя, каждый думает, что, может, это какой-то антипохмелин или печеспас, или спонсор Нового года, как мы все привыкли говорить. Оказывается, у фан-детокса очень много действий и очень много результатов. Поэтому, помните, как мы говорим всегда? Мы будем говорить о результатах на одном и том же продукте, на нашей базе концепции здоровья, но у каждого свой результат. Ну что, приступаем? И первую на эту импровизированную сцену я хочу пригласить Карину, Карину Лемке, которая хочет поделиться результатом своего мужа. О, уже вижу, они вдвоем. Кариночка, очень хорошо, что вы встретились, потому что просто так рассказывать результат мужа – это одно, когда он подтвердит, это совсем другое. Ну что, тебе слово. Всем добрый вечер. Мы на связи. Я, в принципе, я слышала про фан-детокс, но чтобы там себе его купить, я его для себя, в принципе, не рассматривала. Я подумала, окей, я попробую, я слышала там волшебные свойства, и я вот испытала на своем муже. Ну, давайте будем честными, то, что у нас всех бывает, да, грешок иногда где-то в компании, не все такие там белые пушистые, что ж, ничего страшного, перебрать. Или, ну, чуть-чуть, да, все равно нагрузочка на организм. И я решила, вот я буду испытаю прямо на своем муже. Мы чаечек до, он ему не зашел по вкусу, да, тебе не понравился. Сильно. Да, такой... если не разбавлять, он немножко, да. Ну, но говорит, все равно давай до, после,
И вообще после, вот обычно там воскресенье, суббота вечер хорошо, а воскресенье это вроде выходной, надо отлежаться. Но с чаечком очень даже хорошо. И вот сейчас я улетала, и что мне муж пишет, прикупи наш чай этот волшебный, чтобы он был всегда с собой на этот, на, ну, сейчас же все равно пойдут гости, салатики, и я с собой, кстати, тоже вот улетела в Украину, первый раз на себе решила попробовать. Во-первых, была шуба, было оливье, было вот все, что хочешь, то, что я обычно очень редко ем. Я вечером этот чаечек, и что я заметила, у меня вот было последнее время, последний год, у меня была проблема вот такое акне туда-сюда, вроде после коловады проходит, после очищения проходит, потом снова такие какие-то высыпания на коже. Я не знаю, я пока вот прям вот в процессе испытания, то ли это фан-детокс сейчас действует, прям вот ни одного не было такого, да, глубокого высыпания, потому что я слышала, что мне рекомендовали поработать с печенью. Ну вот я, в принципе, работаю, про свой результат я скажу попозже. Ну, ты подтверди, я же не обманываю. Да, я хочу сказать то, что в компании, да, с родственниками, конечно, надо и можно выпить. И, ну, помогает с похмелья очень хорошо. Вот то, что я от себя могу сказать, да? Голова не болит. Отлично. Спасибо большое, ребята. Вы очень молодые. Уже этот эксперимент провели на себе. Кариночка, спасибо, что пригласила мужа, потому что, ну, не каждый же мальчик расскажет о том, что на Новый год будет пить. Хотя это не секрет. Мы же все будем пить на Новый год. Спасибо большое, что поделились результатом. Это не секрет, в том-то и дело. Все знают, что все будут поспевать. Просто все стесняются. Как это я же типа не пью вообще. Это точно. Кто не пьет, тот будет есть. А тот, кто и пьет, и ест, вообще наложится такая слоеная всякая штука, которая, ну, в общем, называйте как хотите. Фан-детокс с этим справляется. И очень интересно, что ты рассказала про акне. Будем через месяц смотреть твой результат. Ты же только начала это все делать. Посмотрим, как он на тебе сработает. Ну, уверена, что тебе будет чем поделиться, потому что фан-детокс – это такой наш спаситель, который работает всегда. Спасибо большое. Мы идем дальше. И дальше приглашаю Артема Мушинского. Теперь твоя очередь, Артем, рассказать про себя и про жену. Да, друзья. А что вы делаете? Друзья, да, всем добрый вечер. Конечно, хочу рассказать, но, опять же, фан-детокс здесь у нас будет выступать не с точки зрения там какого-то оздоровления, а с точки зрения красоты. Я уверен, что многие из вас уже путешествуют, отдыхают, едет за границу, получает вот этот витамин D, который нам катастрофически не хватает. И многие хотят быть красивыми и загореть. Вот мы услышали о том, что фан-детокс, оказывается, благополучно и благоприятно влияет на загар. И мы вначале не поверили, как это так. Ну, мы решили взять фан-детокс, потому что мы знали, что фан-детокс продукт, изобретенный для того, чтобы очищать печень, для того, чтобы защищать печень, восстанавливать печень. Вот, и мы с собой взяли. И вот насколько было наше удивление, что когда мы ездили на отдых на море без фан-детокса и с фан-детоксом, это абсолютно разное впечатление, ну, вообще разный загар. Поэтому, друзья, если вы хотите иметь хороший загар, такой коричневый, чтобы он долго держался, то есть он не смывается, то тогда нужен фан-детокс. Обязательно нужно подготовиться к поездке, то есть за 10 дней начать его уже принимать, для того, чтобы печень правильно там заработала. И уже когда вы приедете, конечно же, там мы с вами расслабляемся, мы там с вами и кушаем, и пьем, и мы таким образом и помогаем печени справляться с такой серьезной нагрузкой. Но я использую фан-детокс больше для загара, для того, чтобы вот именно загар был классный, такой приятный, красивый, и самое главное, долго держался и не смывался. Поэтому те, кто планирует поездки, обязательно вот попробуйте это чудо-средство. Я не знаю, каким волшебным способом оно там работает, что вырабатывается в этой печени, как витамин D или еще какие-то гормоны, возможно, пигментация как-то по-другому уже работает, но это уже вот доказательный факт. Это первое, это то, что я вот заметил, и то, что я сейчас постоянно применяю. Мы экспериментировали, мы не брали фан-детокс, и брали фан-детокс. И вот именно когда брали, когда использовали, вот тогда действительно результат. И у моей супруги, у нее с рождения, во-первых, светлая кожа, она очень быстро обгорает на солнце. И плюс, когда солнце попадает,
а она сразу так веснушками покрывается. То есть такая пигментация на лице. И вот тех, у кого действительно есть пигментация, они этим, давайте так скажем, страдают, хотят иметь более светлую кожу, такую более бархатистую и ровного цвета, то опять фондетокс вам в помощь. То есть мы опять же принимали фондетокс, и эта пигментация, она была, но не настолько ярко выраженной, как это обычно происходит в момент того, когда вот это яркое активное солнце. Поэтому вот таким способом работает фондетокс, влияет на нашу кожу, на нашу красоту и, вот так, кстати, на пигментацию. Спасибо. Да, спасибо большое, Артем. Очень интересно из уст мужчины слушать о красоте. Все. Там, кстати, задавали вопросы, что с ним делать, куда его втирать. Спокойно пить в чае, как обычно. Можно в теплом меде, можно в холодном. Иногда, когда мы где-то в дороге, можно даже его не растворять. Вы просто разорвете стик, высыпите под язык, запьете. Тоже очень вкусно. Вот такая упаковка. Всегда показываю все то, что пью, потому что мы же не теоретики. Помните, мы практики. И сейчас, переходя к следующему спикеру, как раз о практике. Всегда задается вопрос. А как вы можете доказать, ну вот у нас уже доказательная база скоро будет опубликована, клинические испытания, это да, но мы же никому ничего не доказываем. Сейчас будет наглядный пример, как фондетокс работает с алкоголем. Дарья, ты здесь? Я здесь, всем привет. Отлично. Да, вот Дарья Демина, она покажет эксперимент. Девушка, которая не пьет, но все знает о водке и фондетоксе. Дарья, тебе слово. Всем добрый вечер, всем здравствуйте. Ребят, хочу сегодня показать на практике, что происходит с нашей печенью. Вот у меня есть два стакана. И новая абсолютно, видите, новая, чтобы все было не подставное, новая абсолютно бутылка водки. Вот. Я сейчас покажу, что происходит с нашей печенью. Пока наливаю, хочу сказать, что печень – это наш главный фильтр. Что самое интересное, что она, хорошо, она всегда молчит. И начинаются проблемы уже тогда, когда, ну, на самом деле, может быть, поздно, когда мы чувствуем уже, что что-то проблемное, вот налила, в принципе, одинаковое, да, количество водки. Водка – это очень сильный и токсин в том числе, очень-очень сильный. И наша печень, как главный фильтр нашего организма, она, конечно же, ее фильтрует нашу кровь, а алкоголь очень быстро попадает в кровь. И я сейчас показываю, вот, да, вместе со своими помощниками и помощницами, вот, я сейчас показываю, что происходит с нашей печенью. Белок яйца, вот у меня свежее яйцо, тоже сегодня купленное. Белок яйца очень похож на белок нашей печени. И я сейчас покажу вам, вы, вернее, сами увидите, что происходит с нашей печенью, когда она попадает в водку, смешивается с очень сильными токсинами. Смотрите, что происходит, ребят, это тоже буду делать. Смотрите, что происходит. Есть такая форма белка, я когда училась в лицее на химико-биологическом факультете, есть такая форма белка, называется денатурация. Это когда, видите, уже начинает происходить, видите, беленькие начинаются такие ниточки. Вот. Это то, когда белок разрушается до состояния невозвратного. Мы всегда это видим, когда отвариваем яйцо или жарим его на сковородке. Видите, что происходит у нас? Вот, я размешиваю аккуратненько, в принципе, но белок начинает изменяться в неудобоваримое состояние на самом деле. Видите, да? Он белеет, он начинает разрушаться, как при жарке, как при варке. Вот это то, что происходит. Еще немножко он постоит, и с ним произойдет то же самое, абсолютно то же самое. Вот, видите? Начинаются ниточки такие. Вот оно, в общем-то, все в прямом эфире. Все абсолютно понятно. Вот. Вот это то, что происходит с нашей печенью, когда мы пьем алкоголь. Вот то, что с ней происходит. У нас белок становится мутный, он разрушается, и ему требуется очень много времени для того, чтобы восстановиться. Я оставлю этот стаканчик здесь. И теперь давайте мы посмотрим, что произойдет, если мы заранее... Вот у меня упаковка фондетокса. Спасибо, доча. Что произойдет, если мы заранее защитим нашу печень фондетоксом? Мам! Хорошо. Я добавляю в ту же водку. То есть я... заранее подготавливаю нашу печень к... Вот, стаканчик. Заранее подготавливаю нашу печень к тому, чтобы
мы пили водку. И вот смотрите, что будет происходить. Да, вот это. Что будет происходить с нашим, с нашей печенью, с нашим яйцом, когда мы защитили ее, точно так же размешивая, когда мы защитили ее фандетоксом. Смотрите, вы будете видеть, я сейчас покажу, вы будете видеть это и через 5 минут, и через 10. Видите, расслоилась. Подожди, подожди. Расслоилась, и вот такая же защита будет происходить у вашей печени в тот момент, когда вы выпиваете и защищаете фандетоксом ее. Вот такое расслоилось. Подожди, доча. Вот так она расслоилась, вот так вот ее видно. Белок сохраняется абсолютно целостным. Вот. Вот то, что происходит. Вот, в принципе, у меня самая главная задача была показать. Смотрите, что с нами происходит с белком яйца, с белком нашей печени, когда мы пьем фандетокс и не пьем фандетокс. У меня все. Спасибо большое, Дарья. Спасибо тебе и твоим помощникам. Очень наглядный пример, потому что, когда мы видим, как это работает, сразу хочется защитить свою печень. Не только от алкоголя, но и от опасной еды в том числе. А скоро Новый год, напоминаю вам. И мы идем дальше. Помните, я вам говорила, что мы говорим об одном и том же продукте, об одной и той же концепции здоровья, но результаты у всех разные. И сейчас я приглашаю следующего спикера. У нас есть Тамара Осадченко, которая поделится своим результатом. И это будет не о водке. Тамара. Добрый вечер. Нет, Тамара и водка – это вообще несовместимо, так как я с маленьких лет уже верующая, я никогда не пила алкоголь, но почему-то моя печень... Непонятно, даже я потом узнала, недавно я узнала, что это печень. В общем, я 20 лет почти была на заработках в Турции, но 15 последних была в Анталии, гидом работала. Вы знаете, что там бывает и 50, и 60. Вот. И уже сезон уже в апреле, там уже по-любому было 40 градусов, 30. И я должна была, ну я не знаю, откуда у меня после 30, у меня лицо всегда было, выглядело, как будто я всегда беременная. Ну, в каком смысле? Беременна – это значит пигментация. Как на 9 месяце, кто знает мамочки, что такое пигментация сильная, это вот та беременность. Вот. И поэтому ну, она была очень страшно выражена, но сейчас вам могу показать. И это было, знаете как, у меня были вот такие темные усы, и вот здесь вот такая борода была. Вот здесь я была беленьким-беленьким, а остальное вот это все было такое уродливое. И мне это нужно было, крем против загара, против солнца, это было плюс 50. Это наложите сверху, у него много штукатурки. Это куча этих всяких тональных кремов, всякой пудры, всякого, ну, всякого всего. Знаете, когда вот... И это постоянно я должна была вот так вот, вот таким слоем себя делать. Бывало, что иногда вот выезжаем ночью, там не успевала все это делать, и ребята говорят, Тамара, у тебя усы и борода, да ты что-то такая страшная. Это было ужасно. Но даже вот после всего вот этого 20-летнего в Турции, мне удалили желчный, все равно проблема с печенью меня не расшили. У меня все хуже становилось лицо. Приехав в Австрию, я уже познакомилась с коралл-клубом здесь, и где-то так слыхала, кто-то рассказывал, что фандетокс можно избавиться от пигментации. Но я не знала, что пигментация – это у меня печень. Это потом со временем на концепции я узнала. И, конечно, первым делом я уже закупила себе, и утром и вечером я пила вот такой чай. И ну, результат вы сами уже можете увидеть, что и плюс еще, конечно, концепция здоровья и правильное питание. И поняла, что это моя печень вот такой мне сделала. У меня уже ну, год, я же точно не налажу никакие ни крема, ни штукатурки, ни этого. Вот у меня нету, ну, может быть, немножко на бородке, там еще немножко пятно такое коричневое осталось. А так лицо уже светлеет, белеет. И я могу спокойно уже не стать и не покупать кучу денег на тоналки, на косметологов, чтобы прятать свое страшное лицо, которое было. Вот для меня это как для женщины, это вообще прекрасно, что я спаслась. Оказывается, это все вот фандетокс, волшебный чай, который мне вернул мое лицо, которое я давно о нем скучала, и теперь приятно его показывать. Еще один результат, еще быстренько расскажу. Ну, в общем, на работе работая, да, забыла, что нужно было позавтракать. Обед наступил, за 15 минут я решила и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Короче, все впихнуть в себя.
И сразу все, такое состояние, сейчас падаю в оморок, девочки испугали, еле-еле меня привезли. Говорит, Тамара, ты такая бледная, сейчас как будто помрешь. Я точно. Но получается, что все так быстро пихнуло, на голове у меня еще эта язва. И они говорят, как тебе помочь, что тебе делать? А я говорю, девочки, у меня вроде бы вон там такой в сумочке, найдите его, пожалуйста. Потому что, ну все, и они говорят, что делать? Я говорю, просто залейте горячей водой. И они уже положили, другая побежала начальнику, чтобы вызвать скорую. Типа вот в отеле Тамара упала, ей плохо. И получается, пока девчонки мне сделали чай, так приподняли, дали мне выпить, но за 5 минут, я не знаю, что он сделал, куда он делал эту еду, куда он ее... Ну, короче, вот это все ушло, пока мы с девчонки прибежали. Я говорю, нет, скорую не надо, я уже розовая, уже пришла в себя, боли ушли. Но это реально тут спасло мне жизнь. Это вот, я даже видео сделала сразу на второй день, такое сразу, как вот спас меня фан-детокс, и не поехала в скорую помощь. Это мои результаты. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Тамара. Очень приятно, что ты делишься такими тайными своими результатами. Это очень пригодится любой женщине, которая с этим сталкивается. Огромное спасибо. Мы идем дальше. И я приглашаю Валерию Байбакову. Валерия. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня слышно? Да, тебя очень хорошо слышно. Теперь твой результат. Точнее, твоего мужа, да? Да, ну, у нас как бы тоже результат по поводу алкоголя. Я вообще тоже спиртные напитки, ну, как бы не очень употребляю, а на всяких мероприятиях мой муж любит пить крепкие напитки, коньяк, да? И вот, когда появился фан-детокс, мы стали перед всякими мероприятиями его употреблять. Ну, я как делаю? На стакан горячей воды 2 стика обязательно. И вот мы до мероприятия выпьем, и после мероприятия даже определенное количество алкоголя, если употребил, уже он все равно никакого алкогольного опьянения. Но если мы забыли выпить, то бывают, конечно, эксцессы. Поэтому я хочу сказать, что фан-детокс, он... очень-очень полезен в данной ситуации. Поэтому идет Новый год, давайте будем пить дальше. Будьте бдительны. Да. Спасибо, Валерия. Да, спасибо большое. Идем дальше. И у нас следующий результат, который, знаете, вот когда я говорила именно эти клинические испытания на фан-детокс, вот сейчас я передаю слово человеку, который решил свои вопросы с жировым гепатозом. Василий Мостовой, тебе слово. Добрый вечер всем. Добрый. Хочу сказать, мне сейчас 54 года, но 4 года назад врачи ставили мне диагноз жировой гепатоз печени. И каждый визит к врачу, это было, постоянно мне говорили, что нужно что-то делать, потому что это близится, может закончиться циррозом печени. И чтобы вы понимали, это... Я постоянно чувствовал свою печень. Когда я нагибался, когда я чуть быстрее шел, переворачивался по ступеньках, каждый шаг это было, как будто давило меня вот в боку, и постоянно я чувствовал, что у меня есть печень. И это меня довольно очень пугало, потому что я не знал выхода, как, что делать. И когда жена мне посоветовала пройти программу очищения организма, я согласился, конечно, и проходя вот эту комплексную программу, мы подключили фан-детокс, я 3 месяца подряд я пил вот этот продукт. Он, кстати, мне очень нравится, кто-то утром-вечером кофе пьет, а я пью фан-детокс, и вот в то время и так продолжаю пить, но прошло где-то 5-6 месяцев, я снова пошел к врачу на обследование. И как к моему удивлению, был результат. Врач сказал, что у меня вот, я сдавал анализы, анализ крови, печеночные анализы. Ну, я не скажу, что они идеальные, но близко к норме. Пошел на УЗД, врач тоже сказал, что у тебя все нормально, ну, никаких замечаний таких сильных не было. И я понял, что этот продукт, он действительно работает, и уже на протяжении 3 лет
я постоянно им пользуюсь. И очень классно, что компания под Новый год, под Рождество сделала акцию, чтобы мы могли помочь себе и нашим клиентам или друзьям, чтобы их печень была здоровая и не пострадала за эти праздники. Вот такой у меня результат. Спасибо, Василий. Да, большое спасибо. Когда слушаешь твой результат, понимаешь, какому количеству людей это может пригодиться очень-очень сильно. Спасибо большое, что поделился. Спасибо. Да. А мы идем дальше. И сейчас я приглашаю Елену Родионову. Леночка, подключайся. Вечер добрый всем. Добрый. Я тоже хочу поделиться своим результатом. Я в Корале, вот сколько, скоро будет как 3 года. Вот, пришла на водичку в коралловый клуб, потому что я воду все время, люблю водичку, и пришла на хорошую воду. Вот. Но у меня проблема, пигментация сильная на руках была, на руках не очень сильно, а на икрах ног. И это на протяжении где-то 10 лет было. Я ходила по врачам, они ничего не могли мне порекомендовать. Вот, то сходите к сосудистому хирургу, то туда, то туда, но ходила, и результата никаких не было. Когда я пришла в Коралл, прошла все 90 дней концепцию здоровья, 2 раза я коловату проходила, и обратилась, как мне попробовать избавиться от пигментации. И мне посоветовали почистить печень. И вот я фандетокс пила 2 месяца, куркумин подключала, и артишок с бурдуком подключала. Фандетокс я пила 2 раза по 1 стику в день, на протяжении 2 месяцев. Первый курс делала, потом 2-й курс. И у меня ноги после 2-го курса стали очищаться. На руках практически прошло, и лето наступало, как выступала, говорила, что после беременности пигментация, у нее была. Так и меня на солнышке летом уже на руках практически не видно было. Ноги еще у меня пигментация, но я думаю, что пройду еще не один курс, и это все у меня уйдет. Так что фандетокс – это прекрасный продукт, работает отлично. Рекомендую. Леночка, спасибо большое, потому что это то, что ты рассказала, это очень важно для девчонок любого возраста. Когда не хочется ходить в брюках, хочется одеть платье. Да, с открытыми ногами, когда хочется, чтобы летом была летняя одежда. Спасибо тебе большое. Пускай все остальное у тебя тоже будет на отлично. Пусть получается. А мы идем дальше. Я приглашаю Наталью Дмитриеву. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, отлично слышно, Наталья. Здравствуйте, я Наталья, я с города Ставрополя. Значит, какие я получила результаты? Я фандетокс начала пить на всех программах, то есть я как бы о нем не знала, но то, что название фандетокс, что это помогает для печени, я просто его начала покупать интуитивно. И на всех программах, это на детоксе, на коловаде, на паразитарной программе, я пила параллельно. И я его пила где-то 3-4 месяца. У меня что было? У меня пигментация была очень сильная на руках и в области груди. Потом у меня были папилломы, причем в разных местах, по всему телу. И сильная боль у меня была в ноге, пятка настолько болела целый год. Врачи как бы вообще не смогли мне с этим вопросом помочь. Боль была в локтевом суставе и в плечо, очень сильная боль отдавала. Я по профессии парикмахер, естественно, для меня руки, для меня ноги – это очень важно. А пятка настолько сильно болела, что я целый год практически проработала, у меня левая нога, на левой ноге это все было, я работала на носке, то есть нога была на носке все время, я не могла наступить на пятку, у меня была жуткая боль, и такая прям тупая, неприятная и ноющая боль. Мне врачи поставили, якобы это у меня шпора, но там шпоры никакой близко не было. А это все оказалось следствием именно внутренности наших органов были настолько зашлакованы. Я когда пошла на висцеральный массаж, и мне просто сказали, у тебя печень, у тебя то-то, то-то.
Ну и, в общем, я как бы сама интуитивно начала пить Fun Detox на всех программах. И я заметила где-то через месяц, ну, плюс-минус, сейчас не могу вспомнить, у меня полностью ушла пигментация, у меня полностью вот опорно-двигательный аппарат, я сейчас стою по 10, по 12, по 15 часов в день, я вообще забыла про боль, у меня абсолютно нормально работает рука, я поднимаю ее просто вот нормально, я даже спортом не могла заниматься, я вообще люблю спорт, ходить в тренажерный зал, и при всем этом это создавало очень сильные такие вот проблемы, и я поняла, что это просто караул. Ну, в общем, на фоне Fun Detox, на фоне наших программ, я еще подключала артишок, ну, параллельно, лецитин, он, естественно, на всех программах у меня тоже присутствовал. И у меня все вот эти проблемы поуходили. И еще хочу тоже сделать такую маленькую, это самое, как вот и все сказали, что там кто-то выпил, кто-то как-то. У нас очень частые гости. У нас дом такой, что у нас постоянно к нам приезжают, мы хлебосольные, и мы принимаем часто людей. Ну, естественно, вот это переедание, когда все подряд мы кушаем, бывает, не соблюдаем все вот эти вот режимы питания, ну, естественно, алкоголь. И когда вот я принимала до того, до застолья, и потом сразу же после, вы не поверите, я утром просыпалась, как будто ничего и не было. Поэтому сейчас в преддверии всех наших вот этих праздников застольных, новогодних, Fun Detox – это просто находка, вот находка для всех. Вот такой у меня результат. Большое спасибо, Наталья. Ты, как парикмахер, рассказала и про руки, и про ноги, и про пигментацию. И мало того, еще и сказала, как защищать себя от тех гостей, которые пришли. Да, если вы с ними едите, перед каждым гостем помните, у нас есть Fun Detox. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Сейчас у нас следующий гость, но он у нас не в таком в живом виде, а он у нас в записи. Это Сергей Бондаренко, у него класснючий результат, но у него сейчас 12 часов ночи. Поэтому у нас он в записи. Артем, поставь, пожалуйста, его ролик. Это не пигментные пятна. У него диагноз так и не был выставлен, потому что кто-то говорил псориаз, кто-то говорил... Слышно было? Начало было слышно, а потом прервалось. Все, хорошо, отлично. Лишай. Вот. Диагноз не выставлен. Ну, просто дело в том, что сначала это было одно пятно под мышкой, а потом он, то есть, как бы стал вот весь вот в таких пятнах. И причем была очень такая интересная реакция, то есть, как только он начинал есть, если там в еде присутствовало спиртное, то есть пятна просто появлялись на глазах. Было очень страшно и неприятно. Мы на самом деле пили на фоне обычного детокса, мы пропивали Fun Detox по схеме. То есть это когда 2 недели пьется по 3 пакетика в день, потом 2 недели по 2 пакетика в день, и потом 2 недели по 1 пакетику на ночь. И у нас за месяц получился вот такой вот результат. Очень крутой результат. Это когда не выяснена этиология, то есть пятна по телу, непонятная этиология. И когда задается вопрос, что с этим делать, вот результат Сергея налицо. Точнее, даже на все тело. Итак, это наши результаты. Обратите внимание, один и тот же продукт, Fun Detox, одна и та же концепция здоровья. Программа 90 дней, результаты у всех абсолютно разные. Поэтому мы готовы делиться такими результатами. И по вторникам у нас вот такие вот наши зумы. Если у вас возникли вопросы, потому что тут вначале писали, потом, смотрю, уже сами друг другу поотвечали, молодцы. Если у вас возникают вопросы, вы можете их задавать людям, которые вас пригласили в этот зум. Смотрю, новичков у нас очень много. Обратитесь к людям, которые владеют этой информацией. Если какой-то вопрос останется неотвеченным, пишите нам, мы, конечно же, поможем и подскажем. Что хочу вам сказать еще. Помните, Новый год совсем-совсем уже скоро. И следующий вторник мы проведем для вас еще один зум. Там будут такие фишки и лайфхаки, как встретить Новый год без последствий. Мы будем делиться секретными секретами, как сделать так, чтобы Новый год был просто идеальным. Загадывайте желания. Сегодня такой день, когда нужно писать планы.
пишите ваши планы, пускай они все сбываются. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Теперь еще в этом году один раз, а потом уже это будет 2022. Спасибо всем за участие.